Самары богатое культурное наследие. В официальных списках числится порядка 1600 объектов, и практически все они нуждаются в ремонте. Если город получит статус регионального исторического поселения, это позволит привести объекты культурного наследия в порядок. Центр Самары – наше достояние, наша жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. В разные периоды, к сожалению, принимались решения, которые не способствовали сохранению облика старой Самары. Наша задача – создать такие условия и механизмы, при которых старый центр развивался бы гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектирование новой застройки. Сейчас генеральный план находится в стадии разработки. У федеральных структур возникли к нему замечания. И в него вносят изменения. Все они будут согласованы с жителями на публичных слушаниях. Наделение статуса регионального значения позволяет нам оперативно принимать решения. И в случае необходимости, появления такой необходимости, все-таки наделения статусом федерального значения, мы всегда можем вернуться к этому вопросу и подготовить необходимые документы для принятия такого решения. Для разработки генплана предложено составить мастер-план. По сути, это свод мнений жителей, бизнеса, власти о том, как должен развиваться город. Эту идею проверят на практике на примере Пятой просеки, где строится школа. Кроме того, в Самаре в реновации нуждаются промышленные территории, густозаселенные районы и частный сектор. При этом градостроительная политика должна быть согласована с планами развития инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день во время строительства детских садов, школ и больниц застройщики не владеют информации, как расположены коммуникационные сети, и это создает массу проблем. Виктория Шаре, события. 2007 года в городском округе Самара должно быть.